Весна. Ответственное время для родителей дошколят. Именно в это время им придется сделать важный выбор за своего ребенка. Выбрать первую, а может быть даже единственную в их жизни школу. Впрочем, для некоторых родителей школьная пора – это еще и судебное разбирательство. По итогам прошлого года краевая прокуратура выявила более 1300 нарушений законодательства в сфере образования. Больше всего обращались родители будущих первоклассников. Среди частых проблем – отказы в приеме, отсутствие мест. Правила приема в образовательную организацию должны обеспечивать прием всех граждан, которые проживают на территории, за которой закреплена данная образовательная организация. И отказать в приеме в данную образовательную организацию можно только по причине отсутствия свободных мест. Напомним, прием заявлений в первый класс продлится до 30 июня. Если родители хотят, чтобы их ребенок учился в школе на незакрепленной к их дому территории, в этом случае заявки принимаются с 1 июля. В случае, если родители столкнулись с нарушением прав ребенка, то они имеют право обратиться в отраслевое министерство или в районные органы прокуратуры. Руслан Пепелев, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта».